Я уже много езжу по разным странам. Салтанат часто по работе бывает в разных странах. Выехать в очередной раз за рубеж ей помешали проблемы с документами. Сначала она даже не знала, к кому обратиться за советом. Мне надо было поменять загранпаспорт, а у меня прописка была в Казахстане. Помогли, сказали, что надо в консульство Казахстана сначала там выписаться, а потом здесь уже буду прописываться, чтобы получить опять, поменять свой загранпаспорт. После консультации гражданин получает дальнейшую поддержку, где координатор государственной гарантированной юридической помощи назначает ему адвоката. Каждому гражданину назначается адвокат в зависимости от ситуации, в котором оказался человек. На данный момент уже подошли более 5 человек, которым мы назначили адвокатов. Сегодня было по вопросам семейным, был развод, был раздел имущества, а также по уголовным делам. Представители Министерства юстиции подробно разъяснили журналистам суть проводимого мероприятия по оказанию бесплатной консультационно-правовой помощи гражданам республики. Декада ежегодно проводится под эгидой Министерства юстиции. Цель – повышение правовой культуры, устранение правового нигилизма, защита прав граждан. Декада бесплатной консультационно-правовой помощи населению продлится до 15 декабря. В течение 9 дней граждане Кыргызстана могут без проблем получить любую юридическую помощь со стороны Министерства юстиции, координаторов и адвокатов в центрах обслуживания населения во всех районах Кыргызстана. Вместе с тем, получить бесплатную юридическую помощь можно по ссылке ukuk-jardam.gov.kg. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Алатуа 24.